достаточно кожных заболеваний никаких не появилось. Да нет. Собственно, сел, встань. Спинка. Как бы за человека даже вообще не считают. Постоянно издеваются. Ночами часто поднимали очень наряды, очень часто тоже ставили. Там издевались практически все, начиная от офицеров. Ну, от солдат, точнее, кончая офицерами. Сначала попинают ногами, так, куда попадут, там бьют, то есть сбивают, так, минут пять, не больше. Потом на стол ложишься, шапку в зубы, чтоб не кричал, и ремнями, там, куда попадут, там, по спине, там. Там на спине в проворот. Там на колени в проворот. Я и мама тоже говорю. Ты отслужишь, например, это ужасно. Вот ты вот точно так будешь издеваться, мам, да. Гибнут тысячи, и никто не хочет и не знает про этих людей, и никто не пытается понять причину этого, и никто не хочет прекратить вот работу вот этого механизма, который просто губит людей ни за что. Вот перебитый нос у него на лице и три ранения в голову. Как может человек выстрелить? Выстрелить можно один раз в себе. Правильно? А три раза никак не стреляю. Вот я при желании. Вот я не верю в это. А как погиб мой сын? Я бы сама хотела знать. Вот точно. Как он погиб?